Беги за мячом. Но это же ты его кинул. Да, я. Но он от тебя отскочил. Собаки боится. Ты почему сидишь дома? Один? Так. Ты, Митя, смотри, не трогай эти пилюли. Они волшебные. Во, здорово! Да. Если съешь такую пилюлю, то сразу окаменеешь. Почему же ты не каменный? Окаменеют только дети, а для взрослых это просто лекарство от простуды. А собаки каменеют? Да, Мить, каменеют, и еще как! Ты чего? Я спросить хочу. Вам собака, видно, надоела? Почему это? Больно старая. Только рычать может. Нет, мальчик. Дик мой друг. Он мне жизнь спас. А было это так. Вот и пришлось дико списать с пограничной службы. Значит, это героическая собака. А ты как думал? А ну, теперь я буду рисовать. Отдай, мелки. Хочешь конфету? Чего? Ну, давай. На, угощайся. Брось, Сашок, не ешь, а то окаменеешь.
опять ты кидаешься на всех? Не сердись, Валер. Я дам тебе завтра шоколадку. А мне? А тебе мороженого. А тебя угощу колбасой. Митя, ты не видел случайно мою таблетку? Видел, дедушка. Вот она, твоя волшебная таблетка. И вовсе она не волшебная. Я пошутил. Видишь, я снова здоров. И не нужны мне больше никакие лекарства. Дедушка, смотри! Сказал, что пошутил.